Дорогие друзья, я прошу вас обратить внимание вот туда. Под ваши аплодисменты встречаем нашу любимую команду «Тульский Арсенал». Команда заняла второе место в футбольной национальной лиге. Прямая путевка в элиту на следующий сезон, сезон 2014-15. Привет, Тула! Поздравляю! Поздравляю Тулюков! Поздравляю команду! Поздравляю Дмитрия Ильича! Поздравляю всех с нас с великолепной победой и выходом в высшую лигу! Вперед за Тулу! Только вперед! Ребята, мы верили в вас. Мы верим и сейчас. Уверены, что наша победа еще впереди. Мы верим в команду. Мы верим Дмитрию Оленичу. Мы верим Туле. Ура! Серебряной медалью за особый вклад в развитие Тульской области награждаются Ананко Дмитрий Васильевич, старший тренер. Знаменитый защитник московского «Спартака», девятикратный чемпион России Дмитрий Ананко. Кутьин Александр Станиславович, спортсмен-профессионал по футболу. Автор 19 забитых мячей, лучший снайпер ФНЛ. Незаменимый игрок атаки Александр Кутьин. Филимонов Александр Владимирович, спортсмен-профессионал по футболу. А это больше, чем полкоманды. Великолепная игра 40-летнего Александра Филимонова. Трибуны, наши зрители скандируют. Филя. Это признание в любви, Александр. Золотой медалью за особый вклад в развитие Тульской области награждается Алиичев Дмитрий Анатольевич, главный тренер. Ребята, спасибо вам большое, действительно. Вы у нас молодцы! 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 Очень вас прошу, всех присутствующих здесь, бурными аплодисментами, высказать слова благодарности в адрес этого человека, Владимира Сергеевича Груздева, за то, что он за 2,5 года сделал для нас. Вчера завершился очень тяжелый сезон для нас, и я уже очень много лестных слов сказал в адрес этих замечательных ребят, в адрес этих замечательных футболистов. Я в очередной раз хочу сказать, я ощущаю чувство гордости, ребят, за вас, за то, что вопреки всем, вопреки всему, вы добились такого потрясающего результата, который не верили многие. Ребят, спасибо огромное вам. Все присутствующие здесь, болельщики, мы, я от себя лично, от команды, хочу сказать, что все прекрасно мы осознаем вашу значимость в том результате, который добилась команда. Я прекрасно понимаю, что сейчас у вас есть один вопрос ко мне. Я могу вам пообещать, что на 99% я останусь с вами. И если мы все вместе будем рядом друг с другом, как мы были эти 2,5 года, я на 100% уверен, что и в премьер-лиге мы добьемся очень значимого результата. Спасибо вам и до новых встреч. Спасибо. Дорогие друзья, сейчас президент клуба «Арсенал» Петр Кошельников и главный тренер Дмитрий Оленичев подарят губернатору Тульской области Владимиру Груздеву медаль и футболку. Груздев, победа, «Арсенал»!